Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 3 августа 2022 года, начинается новое историческое событие в конфликте между азербайджанцами и армянами. А именно то, что Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе операции возмездия. Я лично считаю, что Азербайджан и имеет право проводить эту военную спецоперацию, потому что был договор о выведении всех незаконных формирований армянских с территории Азербайджана, и фактически Россия выступала гарантом этих, так сказать, договоренностей, но ничего этого не было исполнено. Я лично что желаю, чтобы Азербайджан в полной мере восстановил справедливость, потому что договор, как говорится, дороже денег. Если вы не исполняете договор, грош цена вам. Азербайджанцам могу пожелать только удачи, а российской и армянской стороне одуматься и исполнять договоренности во избежание жертв.